7 лет. Это канал «Разговор с Богом». Я его ведущий Крутов Сергей. Сегодня я покажу вам, как и обещал, 12 упражнений Бодхидхармы. Первое упражнение – это стартовое упражнение. Вы должны расслабиться, полная концентрация тела. Начинается снизу. Дыхание ровное. По живота. Не дышим никогда грудью. Дышим животом. Прописываем круг. Соединяем руки. При этом язык должен упираться в верхнее небо. Следующее. Теперь начинается первое упражнение. Первое упражнение. Ноги на шаровые плечи. И уже из того положения, которое мы собрали, кстати, то упражнение нужно делать, держать ровно минуту. Из этого положения мы собираем круг, опять же, и соединяем ладонями вовнутрь, прижимая грудную клетку. Слегка надавливаю. Второе упражнение. Из этого положения мы встаем на носки и разводим руки в стороны. Каждое упражнение делается по минуте. Стоять. Но для начала, если вы не сможете, можете стоять и по полминуте. После можете прибавлять до 5 минут максимум, потому что дольше не нужно. Третье упражнение. Руки вверх, также поднимаем на носках. В руки описывает круг вниз, соединяем, на боках держим, глаза вперед, дыхание животом. Следующее упражнение идет. Руку заводим вверх, вторую за спину. И пытаемся соединиться замок. У меня сейчас не получится. Потому что потом расскажу почему. Потом с другой стороны также руку вверх. Соединим замок. С каждой стороны ровно 30 секунд держаться. Пятое упражнение. Руки поднимаются вверх, опускаются вниз ладонями, вверх, поднимаются на носках и руки соединяем вверх ладонями и держимся так в течение минуты, сидя слегка при себе. Следующее упражнение, это будет уже шестое.
из этого же положения руки на ширину плеч. Подвигаем ногу вперед. Правая, левая назад. Правую руку вперед, левую назад. И концентрируемся на руке взгляда. Дыхание то же самое. Меняем положение. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Левую руку заводим за спину. Правой рукой по ноге проводим. По ребрам проводим. Рукой по щеке. Взгляд на руку. Поворачиваем голову вправо. Если мы делаем это правой рукой, смотрим, дышим. Таким же образом обратно соединяем руку на заводе. Это левую проводим. Мы дошли до восьмого упражнения. Ноги на ширине плеч. Руку заводим вверх. Вторую тоже вверх. Левую соединяем на боку. Правую ногу чуть вперед. Левую руку сжимаем кулак и направляем вперед. Смотришь на кулаке. Меняем положение. Тоже минуту держать с каждой руки. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Правую ногу вперед. Левую назад. Потом слегка согнувшись. Толкаем руками. Двигая левую ногу вперед. Соединяя наравне с правой. И так 7 раз. Меняем положение. Следующее упражнение. Также ноги на ширине плеч. Руки можно по бокам. Одну ногу вперед, правую, левую назад. Нагибаемся. Руки внизу. Не видно было. Нагибаемся. Руки внизу. Прихлопываем снизу, вверх прихлопываем. И так 7 раз.
И на седьмом мы останавливаемся. В течение минуты держимся таким положением. Взгляд вперед. Потом меняем положение таким же образом. Уже 11-е упражнение. Ноги на ширине плеч, руки за голову, нагибаем голову, вот так, раз, два, три раза, потом снова таким образом на три раза, дыхание также животом, все упражнения животом дыхания. И последнее, 12-е упражнение, как я говорил, 12 упражнений Бодхи Дхарма, завершающее, но при этом еще есть завершающее упражнение. 12-е показываю упражнение. Ноги на ширине плеч, и мы руки поднимаем вверх, опускаем вниз, вверх. Нагибается. Идя в таком положении в течение 10 секунд. Так мы делаем 21 раз. Именно 21 раз. И завершающее упражнение, которое завершает энергетическую зарядку нашу, делается таким образом. Руки вверх, вниз, вверх и вниз. Соединяем бедра боков. Руки и ноги тоже соединяются. И так стоим в течение минуты. Когда вы научитесь лучше делать эти упражнения, вы можете прибавлять время. Но если у вас нет времени, делайте так, как я делаю. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам расскажу много интересного, раскрою некоторые секреты, которые вы не знали, или бы знали, но не могли понять, как делать. Спасибо, ребята.